В студии Анна Лапшина, и я сразу же представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от Кировской области. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем скоро, 18 июля, Государственная Дума уйдет на каникулы. Какие инициативы еще планируется рассмотреть до конца созыва? Чего нам ждать? Но сейчас сложно сказать, какие будут законы, потому что верстается, там по ходу бывает повестка. Но, например, вот будет законопроект о бесплатном втором образовании для профессий творческих. Это законопроект, позволяющий людям, когда какое-то время они там проработают, поймут, что можно заняться чем-то другим. Творчество приходит, наверное, в более позднем возрасте, там таланты проявляются. Для этого законопроект носится о том, что бесплатное образование получить. Кроме этого, второе образование для инвалидов планируется законопроект ввести, потому что тоже им смена работы достаточно сложно финансово оплатить. Ну и вообще я считаю, что должно быть право у любого человека получить второе образование бесплатно. Потому что такая жизнь, что все меняется, когда получал одно образование, потом оказывается, что оно не нужно, и уже, может быть, после какого-то прошествия времени человек должен получить образование, соответствующее данному периоду времени. А сейчас, насколько я помню, первое высшее образование бесплатно, второе платно. Да, но у нас увеличили срок работы, да, пенсионный возраст, отодвинули. Конечно, эта инициатива, наверное, важна. Хочу сразу сказать, что мы категорически против голосовали, да, на инициативу по пенсионному возрасту. Я сам в нее попал. Вот, и считаю, что с нашим уровнем жизни, сроками жизни. Но, наверное, не стоило было принимать такие законопроекты. Помимо этого законопроекта о высшем образовании, какие еще на рассмотрении темы? Вот будет тема о законах о пестицидах, о том, что новые там направления должны быть проходить только при разрешении разработчиков, чтобы не было, чтобы кто-то там что-то зарегистрировал, потом оказалось, что оно из Китая, это вредно. Поэтому новый закон будет позволять только разработчики имеют право зарегистрировать новую продукцию по удобрениям сельского хозяйства. Ну, это как бы моя тематика, потому что я работаю в аграрном комитете. Но я хочу сказать, что наша партия «Справедливая Россия» много вносила законопроектов, улучшающих жизнь людей, но, к сожалению, партия власти, партия «Единая Россия» очень много законов заворачивает обратно. Правда, через некоторое время бывает, что такие особо яркие законы уже вносятся от имени инициативы «Единой России», но мы, в принципе, не возражаем, потому что главное, считаю, что должен быть принят закон, который помогает людям. Поэтому, ну, пусть будет он от «Единой России», то есть пусть будет так. Поэтому мы всегда стараемся эти законы вносить, их заворачивать мы еще раз вносим, то есть мы занимаемся этой работой постоянно. Какие темы, какие проблемы в Кировской области вы видите? Ну, я думаю, что в Кировской области проблемы те же самые, что по всей России. Это, в первую очередь, низкая заработная плата, низкие доходы населения. То есть люди живут практически за чертой бедности многие. Многие живут, скажем так, на черте бедности. Это, наверное, составляет, наверное, чуть ли не половину населения. Я думаю, что это основная проблема, и необходимо как-то ее решать, потому что, ну, так жить, наверное, тяжело и невозможно. Но это и неправильно, когда в богатейшей стране люди живут за гранью нищеты. Очень сильное расслоение у нас еще, да? Да, это сильно. Но, как правило, богатых очень мало, это основная масса, это люди, которым не хватает на жизнь, то есть они живут только покупая продукты питания, поэтому мы внесли инициативу о введении справедливого безусловного базового дохода. То есть на сегодняшний день мы считаем, что необходимо доплачивать по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, всем родившимся в России людям, независимо там, от возраста, потому что это как-то позволит какое-то время там продержаться, например, улучшить материальное состояние. Тем более сейчас, после вот ковидных всех этих проблем, много бизнеса прекратило свое существование, и людям нужна какая-то финансовая поддержка. Есть же дети, то есть чтобы они были, ну, хотя бы сыты. Многие говорят, что, например, это будет людей расхолаживать, что там будут жить, но такие эксперименты проводились и в других странах, и, в общем-то, показало, что наоборот даже, может быть, люди больше проявляют инициативу, потому что знают, что тяжело менять работу, потому что вдруг там на новом месте не получится, а старое потеряют все, что и было. А здесь есть поддержка. А здесь есть какая-то, да, поддержка, и ты знаешь, что можно попробовать. Я вот по себе сам знаю, когда-то в свое время, это были 90-е годы, я работал на трактном заводе, на танковом самом заводе, и был момент перехода, то есть надо было решать бизнес оставаться или работать. Да. У меня была семья, у меня было двое детей, я тоже долго боялся, потому что как-то семья останется там без средств существования, жена сидела дома с ребенком. Вот, ну, в общем, решился. Вот, но если бы это была поддержка, я бы, наверное, решился еще раньше бы и быстрее. Та поддержка, о которой вы говорите, я правильно понимаю, она распространяться будет на всех граждан страны? Да, на всех граждан страны. То есть вне зависимости от правок, да, там каких-то, да, ну, это проще и понятнее, потому что, ну, у нас не так много богатых людей, даже если им достанется 10 тысяч, ну, это будет проще, чем каждому доказывать, что он имеет право на получение этого пособия. Это очень сложно, это справки, 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 поэтому наша партия считает, что каждому надо давать вот эти деньги. Ну, государство, наверное, может позволить себе, потому что там многие проекты
который там в строительстве, например, там «Газпром» объявил, что строительство второго небоскреба самого высокого в мире, да, в Петербурге. Ну, есть необходимость, нет необходимости, может быть, эти деньги лучше отправить на доходы населения. Это же доходность, вот эти деньги, которые идут, они же пойдут дальше в малый бизнес. То есть это все деньги, которые идут в нашу экономику. И тем самым позволят еще больше, так сказать, развивать все предприятия малые. Поэтому это хорошая тема. Да, для региона, конечно, такого как Кировская область, нехватка средств очень сильно сказывается, в том числе и на, ну, скажем так, на человеческом потенциале. Потому что многие молодые люди, которые, может быть, могли бы здесь остаться и какую-то пользу региону приносить, видя, что уровень жизни не очень высокий, они, конечно, уезжают в более крупные города. Вот эта проблема с оттоком молодежи из регионов куда-то в столице, как вам кажется, насколько она решаема? Ну, к сожалению, это проблема всего мира. То есть все уезжают в крупные города. Но я думаю, что если бы здесь был уровень жизни более достойный, то многие бы остались. То есть не все хотят ехать, там, менять жизнь на Москву, там, на Санкт-Петербург. Я думаю, просто именно вот та нищета, которая не позволяет здесь жить достойно, она подвигает людей. В случае, так сказать, добавки там, зарплаты, увеличения там, уровня жизни, я думаю, что многие останутся. То есть отсутствие финансирования, поддержки какой-то, это вот такая причина, которая первопричина, да, из которой все остальные наши проблемы. Да, потому что там нет досуга, потому что у людей нет денег на досуг. То есть нет там кафе, там, куда пойти, ну, кроме там парков, условно. В парк не будешь каждый день ходить, просто гулять там. Это уже, наверное, более в пожилом возрасте люди ходят, гуляют. А молодым хочется каких-то развлечений, а на них требуются деньги. Денег нет. Потому что нет спроса. Нет спроса, да. Нет спроса, не создается, это такой замкнутый круг получается. Да. А вот Киров в 2024 году будет праздновать 850 лет со дня основания. На юбилей вообще были большие планы, как раз из федерального центра планировалось средства привлечь. В итоге, насколько я понимаю, пока вот известно об этом, да, регион получит порядка 500 миллионов. То есть сумму в разы меньшую той, на которую рассчитывали изначально. Как вам кажется, вот есть деньги в федеральном центре, и не зазорно ли просить их на такие проекты? Думаю, что деньги есть, просить не зазорно, потому что это ж, как бы, что значит просить? Это деньги, которые выделяются на проведение каких-то праздничных мероприятий, юбилей города. Он же не юбилей не только города Кирова, он юбилей, наверное, на всю страну, на всю Россию, да, то есть это город древний, город известный, поэтому я думаю, что не зазорно. Единственное, что я считаю, что это, наверное, какая-то недоработка местных властей, потому что надо готовить заранее планы, надо их защищать, то есть надо красиво показать, объяснить. Если это не делается, соответственно, и денег не будет, потому что я, сколько знаю, вот, например, Новгород, там, да, там выделили там несколько миллиардов. Значит, они сумели там доказать, показать. Там он чуть больше, но не в разы он больше, а по древности город, ну, даже он моложе. Поэтому я думаю, что недоработки. Потому что вот даже лично я, когда писал письмо в Минкульт по вот приказной избе, это самое старое здание, по-моему, каменное, да, в Кирове. Сохранившееся. Оно было в аварийном состоянии. Да, оно и сейчас в плачевном состоянии. Подлатали немножко. Ну, хотя бы. То есть я обратился в Министерство культуры, попросил, объяснил, показал. И, в общем-то, они выделили деньги. Ну, я не могу, например, на весь Киров там, ну, и не имею права, я и не знаю всей специфики, заниматься именно вот там выделением. Это должны делать администрации. Это должны делать региональные власти. Могут ли помогать в этом депутаты? Депутаты могут помогать. Они могут презентовать, например. Там вот есть, проводят, там был на том году день Удмуртии, например, где приезжал губернатор и сам представлял свои заводы, достижения Удмуртии. В Кировской области, по-моему, такого что-то не проводили. Это же тоже имеет свои плюсы, потому что люди начинают знать, что такое, что вот древний старый город, и, наверное, проще будет выделять финансы, также те же депутаты будут там стараться, когда есть понимание какое-то. Вот. А так, ну, все-таки это... База какая-то должна... Да, должна быть база, должны готовить власти. Потому что они знают ситуацию, они знают, где, что, когда, как. То есть они должны подготовить проект. И потом дальше уже его там презентовать, и в том числе, наверное, депутаты должны подключаться. Давайте перейдем к еще одной теме, да. Это история с уголовным делом. Я смотрела, мониторила в интернете. На самом деле информация февральская, если я не ошибаюсь, такая официальная распространенная. Это был старт как раз рассмотрения дела, если я верно помню. Значит, дело тянется с 2014 года, то есть уже 7 лет. Началось оно арестом директора областного управления дорожного хозяйства, который занимал эту должность, по-моему, с какого-то 5-го года, что ли. Взяли его на взятки, взяли его и его подельника. Через полгода после того, как они там просидели, и решили, что лучше там свалить вину на губернатора и на депутата. С удовольствием, значит, правоохранительные органы за эту тему ухватились, потому что, ну, гораздо красивее, интереснее, больше звезд, когда там не какой-то чиновник там среднего уровня там занимался, а такие более известные личности, то есть они с удовольствием эту тему начали раскручивать. Люди благополучно уехали в Англию, все разъехались, никто, значит, больше сюда не возвращается, соответственно, никаких больше там ни общих ставок, ничего не было, только всего вот со слов товарища, который потом сбежал. Есть же механизмы, по которым возвращать можно, наверное, нет?
нет договоренности какие-то между странами? Почему этого не происходит? Я думаю, что они, видимо, не хотят, чтобы те приехали и давали показания, потому что все было голословно. То есть нет стремления, чтобы эти люди приехали, потому что они понимают, что они там, ну, ничего конкретного там не добавят, и только будут слова. Угу. Кроме тех документов финансовых, которые подозревают именно их вину. Поэтому, наверное, не стремятся. То есть им невыгодно это? Я думаю, невыгодно. Существуют документы, все реальные документы, о том, что эта сумма образовалась из-за неуплаты налогов. То есть это Эмираты были неуплачены налоги. То есть дороги они, правда, построили, но налоги забыли уплатить. Вот. Эти деньги были отправлены за границу ими же. Есть документы из налоговой, потому что она с ними судилась и высудила у них эти деньги. И они там вынуждены были потом их заплатить. Есть документы о покупке ими дорогостоящих квартир, земельных участков, вклады в облигации, вклады в предприятия их собственные. Вот. Но почему-то вот следствие не хочет всего этого видеть, то есть официальные документы, а им так удобно вот вести тему и вести. То есть я не виноват, вот, я это доказываю, я это везде пишу письма, но, к сожалению, вот наша система такая очень сложная, долгая, трудная, но вот 7 лет доказываю, что я не виноват. На сегодняшний день дело в суде, рассматривает суд, то есть мы там заявили около 100 свидетелей, подтверждающих нашу правоту. Угу. Значит, тех товарищей, соответственно, нет, их уже там вызывали раза три, то есть они не появляются. Но я думаю, что они появляться не будут, потому что в отношении них возбуждена статья 210, это ОПГ, они засветились не только в этом месте, они засветились еще там на хищениях в РЖД, на хищениях на карьерах. То есть у них устойчивое преступное сообщество. Ну вот им там дали возможность уехать за счет того, что они там дали показания, что якобы там деньги выдались. Там ни у меня, ни у губернатора этих денег не нашли. То есть у меня все прозрачно, я там с 2011 года сдаю декларации все. То есть денег не нашли, но вот, к сожалению, процесс идет. Но я буду добиваться, все равно стараться доказать свою правоту. Мы привыкли к тому, что люди, которых обвиняют, особенно если речь идет о людях непростых, да, больших людях так называемых, они чаще всего уезжают. Ну вот эта история, да, взяли и уехали. Вы почему остались? Ну, начнем с того, что это дело уже длится 7 лет. Да. Видимо, первые 3 года тяжело, потом привыкаешь. Вот. Но и все-таки мне хотелось свое имя, так сказать, обелить, доказать свою правоту. Поэтому уезжать я не хочу. Хочу пытаться там всем возможными, там, до конца буду стараться там, доказать свою правоту. Вот. Ну и все-таки, не знаю, есть такое понятие, как родина, может быть. И вот нравится мне страна моя, Россия, не хочу из нее уезжать. Поэтому я буду там доказывать свою правоту. Тем более, что есть документы, но не все еще потеряно, там далеко, это все еще, так сказать, впереди. Это пока только процесс начался. Мы своих доказательств не предъявляли. Это будет все равно какое-то состязание, поэтому я надеюсь доказать правоту в этом деле. А как вам кажется, все-таки вот ваше дело, оно имеет какой-то политический подтекст? Я думаю, что оно, может быть, раньше это имело политический подтекст, потому что там тот губернатор, против которого возбудили дело, ну, который со мной вместе проходит, он как-то не очень... Юревич, там, да? Юревич, mm-hmm. да. Он не очень дружил с силовым органом, не давал ему там разгуляться сильно. И, видимо, у них какой-то осадок остался. Вот, поэтому начиналось оно как политическое. Может быть, это были экономические интересы, потому что всем интересно, там, мировая макаронная фабрика, которая работает. То есть кто-то, может быть, ей положил глаз на нее. Мы вполне... про Макфу сейчас говорим. Да, про Макфу говорим. Mm-hmm. Вполне допуская, потому что, ну, знаете, методы всякие бывают. Там. То есть кто-то, может, захотел, не знаю, то есть, ну, на меня не уходили, мне не предлагали продать там мои акции, которые я давно уже там отдал. То есть у меня их нет, поэтому, наверное, на меня не выходили. Ну, постепенно, думаю, что просто оно перешло вот в стадию, когда оно идет и идет. То есть никому неохота ни там задний ход давать, потому что там начинается честь мундира и все остальное. То есть прокурор Чайка, когда дело шло, дело же возвращалось уже, то есть при Чайке, то есть оно вернулось, потому что там прокуроры не увидели в этом деле там состава преступления. Вот. Но после смены прокурора дело снова пошло обратно и вот пошло дальше. В отношении себя вы ощущаете, что это именно давление в политической сфере? Нет, не ощущаю. То есть это как-то параллельно идет. То есть никаких на меня там действий, воздействий особо не осуществляется. Кроме того, что я там ходил вот, на следственные там, действия, да, и ходил, и хожу в суд. То есть ничего такого, то есть никакого давления на меня не осуществляется. Эту историю с уголовным делом, как вам кажется, ваши конкуренты политические будут использовать? Я думаю, будут использовать эту ситуацию, потому что всегда, когда начинается предвыборная компания, вся грязь, которая есть возможная, всегда вытягивает. Поэтому я не удивлюсь, что это будет неоднократно там, обвинять меня, что там уже практически вопрос решенный, что я там виноват. Вот. Я думаю, что это обязательно будет. И будет не раз. Вы к этому готовы? Я к этому готов.
Известно ли вам, сколько времени займет этот процесс? Нет, неизвестно. Может быть, и долго длится, потому что, говорю, ну, 7 лет шло, сколько еще идет. В феврале только началось, да, рассмотрение в суде? В феврале, да, там дело передали в суд, то есть только в начальной стадии суда находимся. Когда закончится, я не могу сказать. И чем закончится, не могу сказать, но буду стараться. Но вы оптимистично настроены, я так понимаю, что готовы бороться. Потому что есть документы, есть подтверждение, все. Просто, ну, вот, как-то вот следствие, оно, видимо, есть такая система, да, что там попал и идет. Потому что я сколько им писал, сколько объяснял, прикладывал тома, но вот никакой реакции. То есть никто ничего не проверяет. Пишешь им, что посмотрите, вот документы, вот, ну, отписки пишут, все. Ну, к сожалению, у нас такая система, она вот... Есть как есть, такая как есть. Этот судебный процесс вам в вашей работе как-то мешает? Ограничивает? Нет, не мешает, не ограничивает. То есть идет параллельно, скажем. Работа продолжается. Работа продолжается, да. Я хожу на заседания, то есть я участвую полноценно в деятельности Думы Государственной. Да, ну давайте вот о деятельности Думы поговорим и о том, что в стране происходит. Сейчас, наверное, у нас будет тема, которая всех интересует, это цены на продукты. Мы неоднократно уже делали эфир на эту тему, да. На самом деле в этом году что-то вообще невозможное происходит. В магазин страшно заходить. Страшно открывать. Мы видим конечный результат, да? Картофель подорожал настолько-то, макаронные изделия настолько-то, все растет в цене. А влияет на это что прежде всего? Внешние факторы или внутренние? Ну, в первую очередь влияют внешние факторы, потому что все-таки все продукты – это котируемый товар, который котируется во всем мире. То есть есть цена определенная, она, там, к сожалению, отталкивается не от рубля, а от доллара. И если растет доллар, там растет цена – и, соответственно, все растет и у нас. Я считаю, что, во-первых, надо как все-таки по инфляции смотреть, например, не потому, что человек там купил стул, например, забили, да, стол, который купил, и там раз в 10 лет ему требуется, а именно таки больше упор делать на продукты именно первой необходимости, вот, потому что, чтобы это было реально видно, потому что люди приходят в магазин и говорят, как же так, там сахар подорожал в 2 раза, да, а вы пишете инфляция 5%. Так вот и надо все-таки вот те базовые товары, которые именно пользуются постоянно на население, надо их учитывать в инфляционных показателях, потому что тогда, соответственно, обязаны будут поднимать доходы населения, и легче будет, так сказать, компенсировать этот рост. Рост, он неизбежен, потому что растет топливо, растет сырье, растет удобрение, растут энергозатраты, они же растут, они никуда не деваются. И кто должен компенсировать? Все равно это будет рост товаров. То есть это цепочка такая? Это цепочка, да. Она, ну, никуда от нее не деться. Но просто доходы, например, во всем мире, там, в развитых странах, они совершенно другие. И поэтому им как бы легче относятся. А у нас в связи с низкими доходами каждое повышение, оно сказывается сильно. Больно бьет по карману. И вот, наверное, вот в эту, опять же, очередь, возвращаясь к этим доходам с правильным базам, то есть эта доплата тоже позволит компенсировать цены на продукты питания. Плюс я считаю, что государство должно... Оно начало заниматься дотированием, например, там, компенсацией. То есть вот хлебопроизводители, есть подписан договор с Минсельхозом, значит, они цены не поднимают, соответственно, им там дается компенсация. Но, может быть, эти деньги лучше пропускать через людей, и тогда они там будут в состоянии, там, на самом деле, булка хлеба, она не занимает большой процент в расходах населения. В расходах. Да. Гораздо больше занимают это коммунальные услуги, которые там по 4, по 5, по 10 тысяч в месяц. Это гораздо более существенно. Но это съедает все деньги, то есть людей не остается на продукты. И они вынуждены ходить, покупать, искать дешевый товар, не тот, который нужен, там, полезен, а именно самый дешевый. Потому что вот я там разговаривал там с теми же сетями, они говорят, у нас продают самая дешевая колбаса, которая, в принципе, вот, судя по цене, она не должна состоять из мяса. Ну, понятно, она самая продаваемая. Да. Поэтому вот все упирается, у нас доходы низкие. И государство как-то должно вот это дело все равно как компенсировать, смотреть. Мне кажется, так. Про внешние факторы мы заговорили, да, с вами. А вот история, например, с макаронными изделиями и мукой. Да, эта тема вам знакома наверняка. Рекордный урожай, да, мы там собрали пшеницу, еще что-то. Вроде бы на мировом уровне не должно ничего на нас так сильно влиять, а цены растут. Ну, во-первых, на мировом уровне цены в долларах. Если там доллар меняется, то меняется и цена и в рублевом. И самое-то главное, что мы говорим, что у нас рекордный урожай, много урожая, но зерно, оно там делится условно на 3 части. Есть зерно непродовольственное, это для кормления, кормовое, да? Да. Есть продовольственное, это для производства хлеба, муки, и есть зерно из твердых сортов для производства макарон. Вот у нас в России, к сожалению, то есть раньше было, упор делали на продовольственную пшеницу, на пшеницу твердых сортов, она дороже. То есть она более качественная, ей более сложно выращивать. Но у нас там, в связи с отсутствием селекции, в связи с тем, что все совхозы, которые раньше занимались селекционной работой, превратились в обычные совхозы, то есть была работа прекращена. И качество зерна постепенно падает. Да. И на сегодняшний день зерно самое дешевое. Это вот зерно продовольственное, там, как называется, 5-го класса. Оно тоже идет на экспорт. И тоже оно экспортируется по очень низкой цене. Поэтому вот, в реальности у нас нет того количества зерна хорошего, качественного, которое идет на продовольствие. То есть когда нам рассказывают про рекордный урожай пшеницы, это та самая пшеница,
которую идет нельзя на... употреблять. Да. Ну, ее можно, там, скажем, большими оговорками. Хороших продуктов. Подмешиванием хороших продуктов. Но есть вот, называется, продовольственное и непродовольственное. Так это вот основная масса у нас выращена непродовольственная пшеница. Вот эта история, про которую нам говорят сейчас. Недавно она возникала, потом еще раз, многие к ней возвращаются. Это история с введением продовольственных карточек, так называемых. Вы уже сказали, что государство должно поддерживать людей. Но вот у нас сейчас идет на государственном уровне, как я понимаю, обсуждение, что поддерживать надо в первую очередь тех людей, которые малообеспечены. Как вы относитесь к такой идее? Вот не кажется ли вам, что это уже совсем показатель того, что все плохо? Нет, вот я считаю, что есть деньги, да. Просто надо, если самым малообеспеченным, им просто доплачивать именно не талонами, потому что, а именно деньгами. То есть должны быть ничего, ничего там нет зазорного. Если человек там беден, это во всем мире принято. То есть людям платят, доплачивают для нормального существования. То есть поэтому я считаю, что раз мы не можем обеспечить зарплаты, хотя бы обеспечим вот, пособиями. Потому что, говорю, ну вот, к сожалению, там, у нас, или к счастью, у нас был социализм до 70 лет. В это время многие западные страны, у них были сильные профсоюзы, они добивались именно повышения зарплат. И тоже, например, Швеция, там пришла, скажем так, модель шведского капитализма, где очень большие социальные выплаты, где уровень доходов населения достаточно там выровненный, угу. И он достаточно высокий. Вот. Но это, говорю, эта работа была, она велась на протяжении, пока у нас был социализм, они там бились за свои права. И оказалось, что вот их права как бы лучше защищены, чем права наши, когда мы пришли к капитализму. Да, мы пришли к капитализму со звериным оскалом, как говорят. Ну, это, как я в истории читал, это называется империализм, первая стадия капитализма. Вот мы, видимо, где-то находимся в первой стадии капитализма. То есть то, что прошли другие страны, мы... Видимо, за 70 лет. Да, да? Мы идем... По их стопам ничего, видимо, пока другого там лучше не придумано. Видимо, что было придумано, оказалось негодным. Вот. И сейчас мы вернулись на путь там, развития всех стран. Да, и вот поэтому я думаю, что пройдет какое-то время, мы в следующую стадию перейдем, где более внимательно будут относиться именно к людям. То есть пока мы еще только-только на начинаем, пути к этому. Да. Да. Вадим Владимирович, еще такой вопрос. Скажите, чиновники вот сейчас, ну, коронавирус вроде бы с одной стороны как-то так оставляет нас потихонечку в покое, да, все прививаются. И мы уже видим эти заявления, да, с высоких трибун о том, что ситуация стабилизируется в производственных сферах после пандемии. При этом бизнес-объединения говорят, что у многих отраслей проблемы, они только начинаются, то есть они не закончились. Это чиновники замалчивают проблемы или это бизнес приукрашивает, чтобы что-то получить? Я думаю, все-таки чиновники замалчивают проблемы, потому что, на самом деле, кризис никуда не делся, он идет, доходность падает, спрос падает. Даже возьмите там многие отрасли, туризм, то есть отрасль практически полностью вымерла. Транспортная отрасль тоже. Это же все люди. Люди, которые остались без средств к существованию. Поэтому я считаю, что это все впереди еще. Все эти вот последствия. А, то есть они еще будут идти. Еще не накрыло нас даже как следует. Ну, я думаю, что накрывает постепенно. И пока я вот не вижу, что эта тема закрывается и что это закончится. То есть у нас же все равно много остается ограничений. То есть там не работает, здесь не работает. Это ж... Просто это все в итоге сказывается на бизнесе, сказывается на людях, сказывается на зарплате. Те меры поддержки, которые государство оказывало в прошлом году и в этом году что-то, как вам кажется, достаточно ли они? Ну, мер поддержки всегда недостаточно. Про бизнес я прежде всего. Я понимаю. Uh-huh. Потому что было много задекларировано, но не все все получили, даже задекларировано, потому что там выяснилось, что надо там готовить какие-то документы, там много, как обычно у нас в стадии бюрократии уходят, и выясняется, что не все там это возможно. Многие предприятия столкнулись с этой историей, когда с акведами была, помните, да, что-то включили в пострадавшую отрасль. Да, что-то не включили, отрасль. Да. Uh-huh. Поэтому говорю, что тут многие не получили помощь. Поэтому, наверное, они имеют право говорить, что там вроде помощь оказана, то есть кто-то ее получил, а кто-то ее не получил. А это что же все. Те же предприятия, которые работают в Кирове, там, в других городах, это все же они есть. Они-то пострадавшие, и им-то никто ничего не дал. Меры поддержки, которые государство оказывало, надо ли их длить на протяжении какого-то времени? Я думаю, их надо продолжать, эти mm-hmm. меры, потому что, ну, еще не все кончилось. Поэтому эти меры не нужны, необходимы. И, ну, государство отдать должно, но все равно как-то занимается, пытается эти вопросы решить. Мы были там в совещании Мишустина, он говорил, что мы там все равно тему продолжаем, то есть мы не будем заканчивать, мы будем эту тему вести. Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от Кировской области в нашей студии. Сделаем перерыв на полторы минуты и вернемся. Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от Кировской области в нашей студии. Мы продолжаем. У нас завершились праймерис «Единой России», и всю
неделю, пока они шли, мы с нашими экспертами так или иначе эту тему обсуждали, и задавала я вопрос по поводу того, почему ничего подобного не делают остальные партии. Ну, в частности, «Справедливая Россия». Звучали мнения, что, может быть, не делают, потому что слишком мала скамейка запасных. То есть у «Единой России» огромное количество кандидатов, есть из кого выбирать, а оппозиция не может подобные ситуации похвастаться, да, и есть кадровый голод. Вам как кажется, есть кадровый голод в регионах или нет? Насчет кадрового голода в нашей партии «Справедливая Россия» в Кировской области кадрового голода нет. У нас, наоборот, идет отбор достойных кандидатов, очень много молодых, известных, креативных людей, которые хотят попробовать себя, поэтому надо уже отобрать необходимое из тех, кто есть. Насчет праймерис, я считаю, что немножко от лукавого. Такие там много вопросов вызывать, я не буду комментировать, это не наш праймерис, вот, но как-то вопросы у меня там, по этому праймерису возникают. И то, что вот у нас нет праймериса, ну, я думаю, что он не нужен, потому что вот у нас есть достойные люди, мы как бы видим их. Скамейка запасных у нас достаточно большая. И, сколько я знаю, там последние обзоры рейтингов показали, что «Справедливая Россия» далеко не на последнем месте по популярности в Кировской области. В Кировской области к «Справедливой России» хорошие отношения, это правда. Мы стараемся в ответ, значит, делать все возможное, значит, для тех людей, которые нас избирали. А молодежь вообще в политику сейчас насколько охотно идет? Ну, молодежь, наверное, идет не очень охотно, но все равно есть яркие личности, которые хотят попробовать себя в политике. Но, наверное, все не должны идти там, в политику, потому что должны быть какие-то там креативные люди, которые, может быть, даже сначала становятся чем-то известны, а потом уже себя пробовать в политике. Поэтому, наверное, сказать, что совсем молодые, наверное, в политику не должны идти, все равно будет тоже какой-то опыт, ну, жизненный, да, чтобы понимать, опыт. Что это такое. Вот, поэтому, ну, я думаю, что постепенно эти люди через какой-то срок пойдут в политику, самые яркие, самые лучшие. И я думаю, что, надеюсь, что они пойдут именно по пути партии «Справедливая Россия». Да. Буквально несколько дней назад возникла в информационном поле тема. Я уж не знаю, кто там ее качнул, да, изначально, но, тем не менее, начали обсуждать возможное объединение Кировской области, Удмуртской республики и Пермского края в один регион, макрорегион. Насколько это вероятно вообще? Если да, то как это будет вообще, ну, как бы обставлено, как это будет происходить? И с экономической точки зрения, на что это повлияет? Ну, я считаю, что нет необходимости объединять Пермский край, Удмуртию и Кировскую. То есть, во-первых, Удмуртия – это республика, национальность. У них второй язык есть. То есть мы тогда что, должны всех трех вводить удмуртский язык вторым языком? Поэтому особой необходимости не вижу. Я считаю, что тем же руководителям, например, областным, все-таки, ну, есть какой-то предел, наверное, информационной возможности там охватывать регионы. И поэтому, все-таки, наверное, проще именно работать каждому там, в Кирове, в Удмуртии, в Перми, потому что они достаточно большие все регионы, чтобы это объединять. Другое дело, что надо как-то развивать больше межобластные связи, межреспубликанские. Это да, но это не надо для объединения. Это просто отдельная тема, именно вот как бы общая работа регионов на общее дело. То есть на там Приволжский регион, там еще какой-то. Это да, это, наверное, стоит. А объединять я не вижу смысла. А как вам кажется, в таком случае тему агломерации зачем качают? Это там отвлечение внимания, это кто-то хочет на этом... Нет, ну, может быть, кто-то хочет где-то там на объединение поиметь какие-то или политические дивиденды, еще какие-то. И вообще сейчас тема идет, что агломерацию создать, например, там все три города объединить в крупность. Ну, не знаю, а сельское хозяйство? То есть мы говорим, что продовольственная безопасность, значит, люди должны на селе работать. А мы начинаем, сокращаем деревни, сокращаем школы, сокращаем медицинские центры. То есть невозможно развитие деревни без школы, без клуба, без больницы, социальной структуры. Да, она должна быть. И даже беда вот на сегодняшний день нашей деревни, что зарплата где-то на 65% от зарплаты городской. Мы говорим о том, что в городе низкая зарплата. А представляете, что такое 65% от городской? Это нищенская зарплата. И вместо того, чтобы, наоборот, там, поднимать это, а мы пытаемся объединить все, закрыть, ну, тогда у нас не будет продовольственной безопасности. То есть города не выращивают продовольствие. Мы с вами в самом начале говорили, да, еще об этом, об оттоке кадров, так скажем, молодежи из региональных центров в более крупные города. Не кажется ли вам, что вообще ситуация такова, что, ну, постепенно вот это будет естественным путем происходить, да, то есть из маленьких там, да, небогатых регионов все будут стремиться, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, еще куда-то, уезжать, и никого фактически не останется? Ну, этот процесс будет проходить, но просто если финансирование, зарплата, достойный уровень жизни будет в тех маленьких городах, деревнях, то тогда не все уедут. То есть, да, процесс будет, но он резко замедлится, и, ну, Москва же тоже не резиновая. Давайте мы всю страну в Москву перевезем. Да уже практически. Вот, поэтому я считаю, что надо именно упор делать вот на улучшение качества жизни населения в малых городах, в областных центрах. Это единственный путь сдерживания миграции в крупные города. Надо просто создавать, мне кажется, условия.
условия такие, да, чтобы люди могли выбрать для себя, что ты хочешь, бешеный ритм Москвы, условно говоря, тратить 2 часа на дорогу, либо уютный небольшой город, чуть-чуть, может быть, там меньше зарплата, меньше каких-то возможностей для развлечений, да, но, тем не менее, свежий воздух, природа. Ну, это называется достойная жизнь. То есть должно быть какое-то там развлекательная часть, там, комфортная жизнь, тогда, наверное, не наверное, а останутся, потому что там доказывают опыт других стран, что если там нормально там, финансирование идет там, по деревне, там люди живут, там работают, фермеры те же, там все работают. Не всем нравится каждое утро давиться в метро. Это по 2 часа ехать на работу, не всем нравится. Достойный уровень жизни, возможности для роста профессионального, да, возможности социальные какие-то, инфраструктура, качественное здравоохранение, образование в регионах, все это должно быть. Да, то есть люди даже... Уехав учиться в Москву, допускаю, что там в Москве, в Питере есть там, хорошие университеты, то есть невозможно их сделать в каждом городе. Но после этого они, получив качественное образование, могут вернуться, потому что знают, что будет достойная жизнь. Если не будет достойной жизни, естественно, там никто не захочет возвращаться, будут всеми путями оставаться там, в столице. Поэтому вот и наша в том числе инициатива по выплате там, 10 тысяч, она в том числе тоже будет способствовать оставанию людей в тех же маленьких городах, в деревнях там, и в областных центрах. На этом мы заканчиваем. Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от Кировской области, был у нас в студии. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. Всем вам удачи, счастья и успехов. Да, надеемся на жизнь регионов. Да, болеем за регионы. Я со своей стороны тоже обещаю стараться сделать все возможное, чтобы жизнь стала лучше. Спасибо. До свидания. До свидания.